В этом выпуске хочется сказать несколько слов о необычном участнике ансамбля «Песняры». Точнее, об участнице, практически единственной вокалистке, получившей возможность репетировать, выступать, записывать грампластинки и даже появиться в киноленте «Диск» вместе с легендарными музыкантами. Стоит отдать должное этой талантливой женщине, ведь она единственная из женщин, которая не была чьей-то женой, не свистела, не занималась второстепенными задачами, а действительно пела наравне со всеми, поэтому, можно сказать, вошла в историю. Хотя и ее участие не было однозначно оценено разными сторонами. Что ж, попробуем сегодня полистать некоторые страницы прошлого и настоящего Людмилы Михайловны Исуповой, певицы, композитора и преподавателя. Я Людмила Исупова, которая пела в «Песнярах». Что вы думаете по поводу сегодняшней истории вот этой женщины Антонины Сабрасовой? С Антониной я давно знакома, и что я могу сказать? Мне лично Антонина ничего плохого не сделала. Оставили легкое недоумение и тяжелый осадок несостыковки в разных интервью. Причем основные вопросы, недопонимания и несоответствия появились в юбилейном фильме и в общеизвестном ток-шоу. Вот. Но вы считаете это нормальным, что когда касается... она снимает кадры своего друга или... Сейчас, слушайте, это было примерно год тому назад. Антонина присылает мне вот эти вот видео. Вот, конечно, зачем? Естественно. Но она как-то со смешком это все. Я говорю, Антонина, подождите, дайте договорю. Я сказала, Антонина, ты знаешь что, это совсем не смешно. А как же это? Я даже, честно говоря, не ожидала, что Леня... А зачем вам прислали? Вот лично вам. Вот, потому что мы уже общались. А посмеяться, Саша, посмеяться. Она сказала, что она мне прислала только лишь потому, что я близкий человек, как профессионал. Сказать что угодно, но сам по себе факт. Вы понимаете, что она показала очень неприличную историю. Мы с ней договорились, что она это уничтожит. Я мгновенно все это уничтожила с телефона и никогда никому это не показывала. Я просто, потому что это мой коллега, это мой друг, которым я всю жизнь восхищалась. Понимаете? И он мне восхищался. Он вообще восхищался всем. Он интеллигентный человек. Интеллект вообще ходящий. Конечно. Я не понимаю, Леня с таким интеллектом, он... Почему он стал петь? Почему? У вас нет ответа на это. Какой был вопрос, простите. Почему он стал петь, вы задаете себе вопрос. Да. Я такие думаю, что у меня есть вот ответ. Ответ в этом и заключается, что он не нашел себя в последние годы, несмотря на то, что он числился как музыкант. Или женщины, которые были рядом и помогали ему. Покоробили некоторые фразы, но давайте разберемся во всем по порядку. Когда пришел Дайнека, когда начали шептаться всякую чушь друг на друга, у нас были такие отношения, мы... Писали стихи друг другу на день рождения, вот эти первые, пока он не пришел. Потом приходит какая-то зараза, очень часто так бывает. Это ты зараза, что ли, Валя? Да, я зараза, оказывается. Не похож. Хочу сказать, что зараза слово, я думаю, Леня здесь применил не относительно Дайнека. Ну, я тоже так думаю. А вот это, то, что между собой стали разговорчики какие-то спиной, и того же самого Мулявина. Честно говоря, я, конечно, как-то мужской компании держалась в стороне. Ты думал про меня, я ведаю. Я не могла стулить ні на хвилину в очі, і думка горяча мне душу хвалявала. Ти думав про мене, і я тому не спала. Родилась Людмила Исупова 1 января 51 года в Мінську. В
Все детство Людмилы проходило в музыкальной среде Беларуси. Ее мать была профессиональной певицей. В музыкальную школу Людмила поступила сразу во второй класс. После школы была учеба в музыкальном училище «Молодечно». В этом учебном заведении Людмила, кроме занятий по классу фортепиано, самостоятельно начала подготавливать себя к карьере вокалиста и композитора. Она окончила училище с отличием в 70-м году и по окончании учебы работала в Плещеницкой музыкальной школе преподавателем музыки по классу фортепиано. Параллельно с этой работой Людмила была вокалисткой в группах «Золотые яблоки» с Леонидом Бортковичем и «Роза ветров». Тогда же познакомилась с поэтом Олегом Жуковым, на стихи которого ей были написаны песни «Глаза друзей», «Ответь себе», «Расскажи». В 1972 году, после предложения Едвиги Поплавской, Людмила Исупова оставила преподавательскую деятельность и ушла в новую девичью группу под названием «Вера Сы» Белорусской государственной филармонии, куда была принята в основной состав. Вас пригласила в ансамбль Едвига Поплавская, и вы сразу согласились на это предложение? Ну, во-первых, меня не Едвига Поплавская пригласила, вот, а до этого я играла. Это были «Золотые яблоки», потом была «Роза ветров», это все... «Азочие». Это да, 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 это именно в тот период. И у нас были сейшены, это было очень интересно, это было просто классно, иногда нас разгоняли, конечно. И как вы оказались в Росах? Вот. И руководитель «Золотых яблок» узнал о том, что формируется женский состав. И тогда он типа спросил, Яде, нужны ли девочки. Она, да, как раз у нас вот две девочки уже ушли. И я вот таким образом, я пришла, да, на репетицию, там, на прослушивание. Ну, там, по-моему, никаких разговоров не было, потому что я уже была готовый вокалист. Вокально-инструментальный ансамбль «Веросы». В то время в «Веросах» еще начинали работать Анатолий Гилевич и Юрий Рымашевский. С «Веросами» в 1973 году Людмила объездила фестивали белорусского искусства на Дальнем Востоке, Сахалине, Алтае и Средней Азии. В конце 1974 года с ансамблем «Веросы» она стала лауреатом 5-го всесоюзного конкурса артистов эстрады в Москве. И после смены музыкального руководителя на Василия Раинчика Людмила покинула коллектив 1 января 1975 года. Кстати, о «Веросах». Самое странное, что мне приходилось слышать, что «Веросы» создал Раинчик, удивляется Едвига Поплавская. «Веросы» придумала тогда еще студентка консерватории Тася Тлехуч. Сейчас ее фамилия Миронова, она регент детского хора при Минской епархии. Идея была такая – сделать такую же группу, как песняры, только женскую. Руководству Минской филармонии идея понравилась. И в 1971 году появился девичий «Виа» «Веросы» из 5 человек. Единственное, барабанщицы мы не нашли. На барабанах тогда играл парень, и мы колесили по гастролям с заслуженным артистом, Белорусской ССР певцом Эдуардом Мицулем. В 1973 году к Мицулю пришел аккомпанирующий коллектив с руководителем Юрием Рымашевским, и появилась мысль сделать с этими прекрасными музыкантами смешанный ансамбль «Веросы». Рымашевский автоматически стал нашим музыкальным руководителем, вспоминает Едвига Поплавская. В числе других в ансамбле появился Александр Тиханович. Ему очень нравилась Ядя Поплавская, и он сделал все, чтобы попасть в группу. Здесь же, в «Веросах», они и поженились. Но это было позже. А пока «Веросы» становились лауреатами 1-го республиканского конкурса и получили возможность принять участие в 1974 году в 5-м всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Там они тоже стали лауреатами, но с конкурса уже вернулись без руководителя. Дело в том, что после конкурса был фуршет, и на нем звукорежиссер подрался с саксофонистом, вспоминает Поплавская. Юра Рымашевский пошел их разнимать.
Понятное дело, когда приехали в Минск, то руководителя не просто уволили, его выгнали из комсомола. Предлагали занять эту должность мне, но я отказалась. А вдруг я выйду замуж, рожу ребенка, уйду в декрет, и получится, что всех подведу. Я очень хорошо помню, как мы с Сашкой Тихановичем вышли тогда из филармонии и обсуждали, кого бы нам взять в руководители. И чуть ли не в один голос сказали: «Давай Васю Раинчика». Он же сейчас без работы. Он тогда как раз закончил консерваторию как пианист. И по вечерам работал в ресторане и был нашим другом. Начиная с 1974 года, веросы не вылезали из гастролей, фестивалей и конкурсов. 6 лет состав ансамбля оставался неизменным. В 1980 году коллектив покинули сильнейшие солисты Леонид Кошелев, Люцина Шеметкова, Надя Микулич. Кстати, по словам Василия Раинчика, кроме Надежды Микулич, больше никто петь не умел. «Я не соглашусь с Раинчиком», – замечает Александр Тиханович. «Петь умели и Кошелев, и Шеметкова. И я к тому времени на пластинке, которую мы писали в Болгарии, спел сольную песню на французском языке. А до этого пел во всех минских группах на танцах. Непоющих не могло быть в веросах в то время. А что касается Нади Микулич, то после рождения дочери в 80-м ее серебристая сопрано превратилась в бархатный альт. И из веросов она была вынуждена уйти». В 82-м Раинчик привел в ансамбль свою жену Ирину Цветкову, поставив ее за клавишные. А в 79-м году композитор Эдуард Ханок предложил веросам несомненный хит «Малиновка». «Когда я в первый раз показывал «Малиновку» и говорил, что будем ее петь, жена стала меня стыдить. Вы что, опуститесь до такого уровня? Будете перед всей страной такую песню убогую петь?» Со смехом вспоминает Раинчик. «Мы в то время «Битлз» на 8-9 голосов раскладывали, а тут «Малиновка». Заявление о том, что «Малиновку» спела девочка из деревни, которую Раинчик взял в веросы, это полный бред, утверждает Едвига Поплавская. Мы записывали эту песню на ферме «Мелодия». В первом и третьем запевах солировал Саша Тиханович, а во втором пели девочки – Надя Микулич, Галя Пучкова и я. Припевы были общими, их вместе с нами пели Леня Кошелев, Чесик Поплавский и Леша Чижиков. А свистульку я у своей племянницы взяла, хотелось привнести в аранжировку что-то птичье. Ведь песня-то, по сути дела, о птичке. Мы приглашаем на сцену наших гостей из Белоруссии, вокально-инструментальный ансамбль «Веросы». В исполнении этого коллектива прозвучит сейчас песня, которую они впервые спели в колонном зале Дома Союзов на праздничном концерте лауреатов и дипломантов телевизионного конкурса «С песней по жизни». Эдуард Ханок, стихи Анатолия Поперечного, «Малиновки, заслыша голосок». Прошу тебя, час розовый, напой тихонько мне, как дорог край березовый, малиновой заре. Как дорог край березовый, малиновой заре. Вот я, Ляля Поплавская, Люцина Шеметкова, я. У нас даже микрофонов не хватало, мы вдвоем на один микрофон. Люда Исупова. И каждый выполнял на сцене свою функцию. Скажем, Ядя играла на клавишных. Но поскольку Ядя в основном играла на клавишных, я взяла флейту, научилась играть на флейте. Кстати, хочу сразу заметить, что моим учителем был Юрий Кондратенко. В те времена он играл в симфоническом оркестре. Если в веросах я была все-таки где-то, ну, в квартете, да, ну, сольное тоже, конечно, пела, естественно, у каждого из нас были сольные вещи, то в песнярах я была совершенно вокалистом, готовым вокалистом, который должен был еще исполнять драматические роли, все женские роли. Так что, конечно, в этом отношении в песнярах была работа для меня, как человека творческого, она нова, интересная, я многому научилась. Як композитор Ісупова зновку дебютавала дзякуючи Мікуліч. Ось яны эксклюзивные кадры. Надія Анатоліївна на свой бенефіс запросила Ісупову с композицией уласнага сочинення. Триумфы веросов у 74-м на 5-м усесоюзном конкурсе артистов эстрады и яе заслуга. После московского конкурса про белорусский коллектив доведалась вся краина. Однако для Исуповой карьера в веросах на этом завершилась. В 74-м году вы стали лауреатом всесоюзного конкурса, но, несмотря на это, вскоре вы принимаете решение выйти из ансамбля.
А что или кто повлиял на ваше решение? Первое то, что, честно говоря, у меня уже были наработки какие-то свои, личные. Никто не брался за мою музыку. Второе, это то, что у нас создалась какая-то напряженная обстановка после конкурса. И сменился руководитель, был Юрий Ромашевский. Вот, пришел Раинчик. Я подумала, что ничего не изменится. Вы знаете, что меня не интересовал, совершенно не интересовал тот репертуар, который мы исполняли. Мне тоже было очень скучно, и все это надоедало, потому что... Какие-то глупые песни, ни о чем. Смена руководства. Да, после конкурса. Смена руководства, это однозначно, потому что я, когда увидела Ренечка, я поняла, что ничего не изменится. А до Ренечка кто руководил? Вероса. Юрий Ромашевский, и у него были большие творческие планы. Он буквально хотел сделать переворот в плане именно репертуарном, направлении Вирасов, понимаете? То есть перепевать эти песенки, нет, все это, конечно, может быть, как говорят, и надо народу, там, Малиновка, Вологда. Но кто воспитывает публику? Мы. А вот с 75 по 79 годы Людмила Михайловна Исупова проработала как по договору, а затем уже и в штате ансамбля «Песняры» под управлением небезызвестного нам Владимира Мулявина. Ее ожидали работа в рок-опере «Песня о Доле», запись пластинки 78 года с пресловутой буквой «С», съемка в музыкальном фильме «Диск», снятом специально на Мосфильме Александром Стефановичем, многочисленные гастроли на всем пространстве Советского Союза и в Чехословакии. А вот во вторую поездку песняров в Америку Людмила ехать отказалась. Я знаю, что песняры хотели вести «Песню о Доле» в США, но вы отказались ехать. Почему? В связи с тем, что Нани Бригвадзе пришла, и ей были открыты двери, и участвовать в этом концерте. Вот, и она подвинула за счет своего репертуара, репертуар песняров. И мой номер с Кашипаровым был снят. Отрывок из оперы «Пречи» про Долю. А он был так обыгран. Красота вокруг, танцевальный состав. И, просто уже была готовая шикарная сцена. И, конечно, мне было очень больно. И мне Владимир Георгиевич предложил, он сказал: «Люд, ничего страшного, боже мой, давай мы тебя оформим костюмером». Да. Да. И все будет нормально. А там, говорит, мы посмотрим, где-то... И говорит: «Я уверен, ты там споешь». Но компромисс это не для вас. Нет. Интересно, что в 79 году на 6-м всесоюзном конкурсе артистов эстрады в Ленинграде Людмила исполняла песню Владимира Мулявина на стихи Максима Танка «Готика святой Анны», которая была специально написана для нее на этот конкурс. Также Исупова приняла участие во всесоюзном телевизионном конкурсе с песней по жизни, где исполняла в то время первый и единственный вариант песни Эдуарда Ханка «Малиновка», аранжированный и записанный в стиле Стиви Уандера. Вы были первой, кто исполнил «Малиновку», но среди всех исполнителей с этой песни вашего имени нет. Почему так произошло? «Малиновку» я спела в конкурсе с песней по жизни. Это был всесоюзный телевизионный конкурс. Вот как она была исполнена? Она же была исполнена в стиле Стива Уандера. Такая да тун та ту та ту та ту да та ту ду. О, «Малиновки» заслышал голосок. Вот так. Но конкурс переиграли по техническим причинам. Хотя когда я спела «Малиновку», весь союз просто вообще, как говорится, был в восторге. С 79 по 83 годы Людмила работала в концертной программе ресторана «Каменный цветок», а также в собственном коллективе «Лас Вида», а затем уже в московском биг-бенде Анатолия Кроула «Современник», кстати, вместе с Ларисой Долиной, Вейландом Родом и другими знаменитыми артистами. А на Украине успела поработать в Луцкой государственной филармонии с самим Александром Серовым.
С 80-го года выпускались сольные пластинки Людмилы Исуповой, а в 2010-м даже вышел раритетный альбом, составленный из сохраненных песен, архивов, радио, телевидения и частных коллекций. В апреле 2012 года композитор Сергей Баландин представил Людмилу художественному руководителю БГА «Песняры» Владимиру Шарапову. И с июня 2012 года она приступила к работе в белорусском государственном ансамбле «Песняры». А в конце января 2013 года был записан новый клип с ее участием под названием «Посвящение мастеру». Давайте же посмотрим эту трактовку песни. Уходит мастер, как душой согреться, но так случилось, верь или не верь. Нам остается музыка в наследство и вечности распахнутая дверь. Не для толпы, не на потреб и не в угоду подлецу, а сердце нас. Интересно, что Людмила по-разному отзывалась о человеке, которому посвящена эта композиция. Руку и сердце предлагал, то есть, ну, буквально, не хотите ли вы выйти замуж за меня? Я ответил, что для этого нужно любить. Конечно, он сначала не понял, потом расстроился. Это такой удар вообще по самолюбию. Я не могла поступить иначе. Вообще, песняры были мужским вокальным коллективом, однако на протяжении 4 лет в ансамбле пела Людмила Исупова, единственная женщина за все годы существования коллектива, которая настолько долго влилась в вокальный состав. Ее называли белорусской Бриджит Бардо, якобы за сходство с французской дивой. Точеная фигура, пронзительные глаза. А еще она потрясающе владела меццо-сопрано и виртуозно пользовалась флейтой. Белорусские журналисты взяли интервью у некогда дивы эстрады и Виа. Слышали ли вы о съемках сериала «Песняры»? Кто будет вас играть в молодости? Да, конечно же, слышала, даже прочла сценарий. Очень многое из того, что там будет, это художественный вымысел. А о моем участии в группе даже не упоминают. Вместо Людмилы Исуповой какая-то Аля. Видимо, так сделали, чтобы не согласовывать еще и мою сюжетную линию и не выплачивать деньги за использование моего имени. Ничего страшного, я переживу. У меня все есть, и мне особо ничего не нужно. А скажите, ваша собственная судьба заслуживает отдельной экранизации. Вы легенда белорусской эстрады 70-х. А с чего начиналась ваша биография? Я родилась в Минске, мама была профессиональной певицей, папа военный, и в 35 лет он заболел туберкулезом. Мама даже бросила сцену, начала вытягивать его из болезни. И ведь вытянула. Родители мои были чудесными, они прожили вместе 60 лет до самого ухода из жизни. Я по настоянию мамы училась в музыкальной школе, затем окончила с отличием фортепианное отделение музучилища, и почти сразу меня пригласили работать в ансамбль «Золотые яблоки». С репетицией меня тогда встречал Леня Борткевич. Он уже в то время пел в «Песнярах». По молодости он за мной ухаживал. Мы ходили гулять в парк. Он был очень восторженным и влюбленным в жизнь молодым человеком. Очень любил женщин. Все время восхищался. Все такие хорошенькие, миленькие. А как вы попали в «Песняры»?
В «Золотых яблоках» меня заметили и пригласили к себе Верасы, где я в итоге проработала 5 лет. Успела выйти замуж за звукорежиссера Андрея Медведка и даже родила сына Диму. Но затем в группе сменился художественный руководитель, а с новым мои отношения не сложились. Песняры в это время репетировали театрализованную кантату «Песня о доле». И там была прописана женская партия, поэтому требовалась певица. Пригласили меня. Мой муж поставил мне ультиматум, мол, выбирай, или я, или песняры. В группе работали Мулявин, Борткевич, Мисевич, Кашипаров, Демешко, Дайнека, одни мужики. Я сказала мужу, конечно, выбираю песняров, это же моя профессия. И вообще, как тебе в голову могло прийти ставить меня перед выбором? Через некоторое время мы все-таки развелись. Романы были? Нет. А зачем? А да когда? Это была ваша принципиальная позиция? Абсолютно. Но нет, попытки были? Попытки были, конечно, со стороны ребят. Да. Естественно. А как к вам относились участники песняров? Замечательно. Любили, ценили. На гастролях из автобуса выносили на руках. Мулявин мне никогда не делал замечания, наоборот, исключительно хвалил. Как хорошо сегодня твой голос звучал. Великолепно. Меня он ничему не учил, да и не надо было. Я попала к ним уже готовым музыкантом. Ваши коллеги рассказывают, будто он был влюблен в вас и очень страдал, когда вы его отвергли. О том, что он якобы был в меня влюблен, мне как-то рассказала его дочь Марина. Да, звал замуж несколько раз. Я ему напоминала. Вообще-то, вы женаты. Он тогда состоял в браке уже со второй супругой, белорусской актрисой Светланой Слизкой. А он в ответ: «Ой, да развестись, дело 15 минут. Согласишься выйти за меня замуж? Я сразу пойду и разведусь». Я подумала: «Допустим, выйду за него, а потом и я ему надоем». И он также за 15 минут со мной разведется. Любить-то мужчины умеют, но недолго, сказала тогда Мулявину. Простите, но пока не хочу замуж вообще. Ни за вас, ни за кого-то другого. Интересная ситуация, ведь у Людмилы, по ее собственным признаниям, был тогда муж, который в песняры ее и не пускал. Да, а потом появились песняры, и вы... Сначала появился ребенок. Ну да, это тоже должен быть строго. А потом уже появились песняры. Ну ясно. Да, вот так обстоятельства жизни переплетаются с творчеством. Ну да, но дело в том, что для меня, как для женщины, это был величайший фактор и вообще такое счастье, что оно вообще затмило все там. Где там какие Верасы, где там какие... Через некоторое время Мулявин развелся со Слизкой и женился на Пенкиной. Пенкина страшно ревновала мужа. Она бы в принципе не допустила дальнейшего присутствия в коллективе женской персоны. Я это понимала, поэтому уволилась сама. Версия, конечно, интересная, только есть расхождение по датам. На момент съемок фильма «Диск» Людмила еще присутствовала в ансамбле. В это же время режиссер Стефанович ухаживал за Аллой. И вместе с Мулявиным и Пенкиной они проводили вечера в ресторане. В этот квартет явно не вписывалась Людмила Михайловна. У меня был люкс, вот, Володя жил в соседнем номере, а еще через номер жила актриса Света Пенкина, и за которой Володя начал ухаживать. А я ухаживал в тот момент за Аллой Пугачевой. Она ко мне в гостиницу приходила, и очень часто мы вчетвером завтракали. Я, Мулявин, Света и Алла. Другие участники ансамбля поговаривали, что ее попросили уйти во избежание адюльтера, так как многие были не прочь за ней приударить. А ряд воспоминаний свидетельствует, что девушка портила дисциплину еще своим длинным языком, провоцируя недоразумения и конфликты. Просто передрались из-за нее. И потом Володя сказал, никаких женщин больше на корабле, чтобы не было. Ну, не надо, конечно, тут путать, ну, как говорится, личное и творческое. Если говорить чисто, потому что оно ведь все равно всегда в совокупности идет, личное и творческое. Но на меня, например, личное никогда отношения не влияли, потому что я всегда думала только о творчестве. И даже многие обижались, что, может быть, я не выделяла им должного внимания.
Потому что я была занята только мыслями о новой песне, о новом движении, о перспективах своих. Вот практически вот в этой верхней части буквы «С» было закрыто мое лицо. Но здесь отчетливо видно, вот платье мое красное, которое мне шили. Тут даже чуть-чуть причесочки, где-то туфельки. Слова певицы и композитора Людмилы Исуповой легко проверить. Фото для этой пластинки делали в Москве во время записи песен. И весь процесс запечатлели на кинопленку. И вот у нее был шанс как бы закрепиться, но поведение ее... Да не так она, как ее мужья. Володя вынужден был ее мужей брать на работу. Ну, это один из капризов. Вот. В результате пришлось срочно замазывать. Мужик спасал в тупик. Старик, надо переделать конверт. Какой переделать? Уже в тираж, завтра идется. А что делать? Ну, могу подправить. Интересно, что сама Людмила Михайловна со всем показанным в фильме согласна. По крайней мере, это следует из ее интервью. Ссылки, как всегда, в описании. Только процитирую ее фразы. «Я считаю, что фильм к 80-летию настоящий, документальный, из всех, что я видела. Андрей Сысоев, автор, он ведь белорус, когда-то уехал в Москву, и вот образовалась такая команда. Они настолько глубоко проникли в детали и описали все правдиво и справедливо». Меня зачеркнули буквы «С», потому что он обиделся. Ну, я не знаю. Я у него не спрашивала. Не зря мы ее выгнали. Самый некрасивый эпизод – это, конечно, на мой взгляд, с буквой «С». То, что никто из музыкантов не поддержал женщину, что бы она ни совершила, никого в этой истории не оправдывает. Вместе работали не один год, было участие в рок-опере, были гастроли, совместные записи песен, съемка в фильме «Диск», а в финале какая-то женская месть – закрыть всю фигуру на обложке пластинки. Не совсем по-мужски. А то, что это не прихоть одного руководителя, подтверждает сам Влад Мисевич. В интервью он прямо говорит: «Мы ее выгнали». Соответственно, решение принималось не единолично. В 78 году песнеры выпустили альбом «Вологда». На конверте пластинки фотографии всего ансамбля, а вот ваше изображение закрыто огромной буквой «С». Это что? Это безразличие или это какой-то злой умысел? Нет. Какой там злой умысел? Так вот просто, да, Ну, как бы ушла и ушла. Он меня очень ценил, то, что я не просто пришла с улицы, с ресторана или там еще откуда-то. Но у нас же есть там варианты без музыкального образования, да? Просто классный голос и природа. А я же все-таки была музыкант и пианистка, и композитор. И кроме того, мне не надо было объяснять, где я должна петь. Он мне сказал так. Я как-то задала один раз только этот вопрос. Я говорю: а какую партию мне петь? Он говорит: какую хочешь. В одном из своих интервью вы сказали, что сами стали причиной своего ухода из ансамбля. А что вы имели в виду? Наверное, я имела в виду то, что я хотела свободы своего личного творчества. У меня же к этому времени уже было написано много песен. Отпустим сегодня все эти прегрешения, чего только по молодости не бывает. Хочется, чтобы уже в умудренном возрасте каждый из участников легендарного коллектива вел себя достойно. Тогда же, в 80-е, вы могли переехать в Москву, и ваша судьба, возможно, пошла бы по более счастливому сценарию. В Москву меня пригласил джазовый дирижер, композитор Анатолий Кроу, собиравший в своем ансамбле лучших музыкантов со всего Советского Союза. У него я выступала под фамилией моей мамы – Куликовская. Кроу позволил мне даже исполнять свои собственные песни. Я ведь все-таки композитор. В
Веснярах такой возможности не давали. Мулявин обещал, но не исполнил свое слово. У Кроула также работала Лариса Долина со своим тогдашним супругом, джазовым музыкантом Анатолием Мианчинским. Некоторое время я даже жила в их московской квартире. Они мне целый угол выделили. В то время иногородней было сложно снять квартиру в Москве, да и зарплата моя составляла всего 150 рублей. После песнеров, где платили в несколько раз больше, доплачивая за каждый концерт, это был скромный минимум. Впрочем, деньги меня не интересовали. Я горела работой, творчеством. Однажды Кроу мне сказал, чтобы я учила Ларисин репертуар. Он почему-то решил, что я могла бы заменить ее на сцене. Она тогда находилась не в сценической форме, была полновата. Хотя по мне, какая разница, как выглядит исполнитель? Главное – вокальные данные. Учить репертуар Ларисы для меня означало предать человека, который меня приютил в Москве. И я написала заявление об увольнении по собственному желанию. Но дальше все-таки сбылась ваша мечта, и вы попали в оркестр к самому Анатолию Кроулу. Он ставил на вас большие ставки. Вы писали, исполняли то, что вы написали. Ну, вы знаете, что мы не настолько долго работали, чтобы я могла вообще об этом говорить. Он мне дал свободу только в том, что все-таки мне наконец-то удалось, да еще в таком составе, спеть собственные песни. Это для меня был просто высший пилотаж. Одна из песен, например, я садилась сначала за рояль, начинала играть, да, первый куплетик там петь, джаз. И что послужило причиной того, что вы все-таки покинули этот коллектив? Ну, наверное, время пришло, я не знаю. Тут получилась еще такая ситуация, когда Кролл предложил мне заменить Ларису Долину. Я говорю, вы что? Я говорю, вы извините, но это просто нереально. Я говорю, Лариса Долина, это Лариса Долина. А я, это я. Я говорю, ну вы же чувствуете стиль. Типа, чтобы я начала ее репертуар разучивать. Я говорю, нет, конечно, я не буду этим заниматься. Еще один, может быть, момент, вот то, что Лариса хотела исполнить мои песни некоторые. А я вот, да, я была не права. Надо было все-таки дать ей исполнить какие-то мои песни. И вы вернулись в Минск из Москвы. Я, конечно, да, вернулась в Минск. Людмила, как вы объясните то, что в советское время вам удалось записать только один альбом? Это опять-таки все же, ну, с подачи министерства. Тогда мы не могли заказывать себе записывать альбом. Только Министерство культуры решало эти вопросы. Вот. Поэтому я была счастлива, что мне хотя бы предоставили вот этот миньончик маленький. Да? В конце 80-х вы пропали со сцены на 20 лет. А в чем причина? Что произошло? Семья, дети... Когда работала у Кроула, он хотел сделать для меня то, что в свое время сделал для Юры Антонова – дать дорогу в жизнь. Он хотел сделать для меня целую программу. Мне негласно было велено учить репертуар Ларисы Долиной, которая тоже работала в оркестре, на что я, конечно, пойти не могла. Это неэтично. Наверное, кто-то другой на моем месте ради своей карьеры, ради славы, на это и пошел бы. Я не хочу здесь выставлять себя в лучшем свете, я просто говорю так, как оно было на самом деле. Мы работали в одном коллективе, я считала ее примой, и она действительно ею была. И вдруг начинать учить ее репертуар? Вы же понимаете, с чем это было связано? С ее заменой. Тем не менее, хоть я и поступила справедливо, все закончилось крушением именно для меня. Мне все равно пришлось уйти из оркестра. Проявила с точки зрения музыкального руководства свою слабость. На подлость по отношению к Ларисе я не пошла. Но я знала, что меня ждут другие варианты. Но не путем выбивания табуретки из-под других. А какая Лариса по характеру? Уже тогда была жесткой, знала, чего хочет. Она бы не отдала мне просто так свое место. Она бы меня загрызла, конечно, фигурально выражаясь. Я это тоже понимала.
«Я не боец по жизни», в том числе поэтому и ушла. Людмила не называет Ларису подругой и предъявляет интересную версию о своем очередном увольнении. Звучит, по крайней мере, благородно, но определенный осадок после каждого рассказа остается. Все-таки работа у Кролла Анатолия Шеровича. Мне хотелось самовыражения, мне хотелось исполнять собственные произведения. И именно этим Анатолий Ашерович и занялся, работая над моими произведениями. Он помог мне в этом самовыражении полностью. То есть я играла, сидела за роялем, я выходила, пела. И это все были мои песни. Я не люблю конфликты. А он, в принципе, у нас с Долиной назревал. Во-первых, она хотела исполнять мои песни. И там получилось так, что я сказала, нет, сначала их сама исполни. Потому что мне, конечно, хотелось их исполнять, безусловно. И я знала, что в каждой из песен сказано моей душой. Вот эти потоки информации, которые, мы говорим, Бог дал, и нужно это подарить людям. И я это, конечно же, лучше могла ощущать, чем Лариса. Тоже у нас произошли какие-то трения в этом отношении. А что это был за концерт в Крыму, где работали и вы, и она, и ее репертуар публика не особо воспринимала? Ваши же песни как бы шли? Во-первых, это была Прибалтика, и в принципе конфликт уже произошел, скажем, в самой Юрмале. Потому что по всей Прибалтике мы ездили, по городам с этим репертуаром, который я исполняла свои собственные песни. И везде меня принимали просто на ура. Прибалтика и вообще, особенно Юрмала, это очень воспитанная интеллектуальная публика, она не очень воспринимает то, что уже перепевается, у Ларисы был репертуар джазовый. Да, конечно, она подавала это прекрасно, великолепный вокал, прочее. Но это было публике как-то не очень интересно, Поэтому ее выступление проходило прохладно. А мои произведения для них были новые. К тому же я пела на белорусском языке, и меня представляли как белорусскую певицу под фамилией моей мамы — Куликовская Людмила. В Белоруссии, в Витебской области, есть такое озеро – Лосвида. По-белорусски – Лосвида. Музыкальным руководителем был у нас Александр Бурштейн. Джазовый пианист, аранжировщик, суперстильный. А наш художественный руководитель Николай Григорьевич Дудченко, балетмейстер, немного переиначил название и сказал: «Наш состав будет называться «Лосвида». Мы 2 года репетировали, но потом нас расформировали, хотя у нас полностью была готова программа, настоящее шоу с танцевальным коллективом, и репертуар был замечательный. Вот там я пела и готику Святой Анны, и Малиновку. По поводу готики Святой Анны тоже могу сказать, что пела ее по-другому. Историю о женщине, которую жгли на костре за то, что была умной. После ухода из песняров вы создали свой ансамбль «Лосвида». И это тоже для своего времени было довольно смелым явлением. Во время исполнения песен танцоры носили вас на руках. Но Минкульт и не выпустил ансамбль на сцену. А в чем причина? По большому счету, это не я создавала. Они же и создавали. Это при филармонии было, да? Это было прямо в филармонии. То есть они проявили инициативу? Это была их инициатива. И потом они передумали. А сколько было? Причем 2 года. Два года вы готовили программу, да? Да, мы находились на репетиционном периоде. Мы были все в трансе, все, куда мы только не ходили, и в профсоюзы. И мы искали вообще причину, но нам так ее никто не объяснил. Это был ансамбль «Лосвида». Так мы его назвали в честь озера Лосвида. Но он недолго просуществовал, потому что у нас было много,
людей, которые не желали этого. Да, и здесь, в общем-то, в филармонии, у них там в верхах произошли, видимо, какие-то споры по этому поводу. Короче, мы просуществовали на репетиционном периоде 2 года. А какие это? Это после Москвы? Это было до Москвы. А потом вы уезжаете к Ролу? Да, потом я уезжаю к Ролу. А в это время балетная моя группа, которая была со мной, они устроились, то есть их сразу же взяли, потому что Александр, Николай Григорьевич Дудченко так подготовил группу, что их мгновенно взяли в вечернюю программу в Ялте, в гостинице «Ялта». И вот они мне оттуда звонят и говорят: «Людмила, когда я уже ушла от Крыла, приезжай сюда, здесь есть человек, который просто ждет тебя, потому что он тебя слушал не однажды в песнярах, и он просто весь трепещет и хочет познакомиться». В общем, в результате это оказался Александр Серов, он тогда работал музыкальным руководителем, и он очень просил меня, чтобы я поработала в этой группе. Ну, вот таким образом мы, так сказать, недолго, конечно, потому что Саше надо было тоже делать как-то свои дела, то есть продвигать свою карьеру. И год где-то мы поработали и разошлись красиво. Он уехал в Москву, правда, Миссан, директор филармонии, очень просил меня, чтобы я осталась музыкальным руководителем у них, но мне очень хотелось домой, в общем. Сашу пригласили в Москву, и он уехал делать карьеру. А я отправилась домой в Минск, где вскоре встретила своего будущего второго мужа и отца своей дочери, Гену Скорохода. Он микробиолог. Жили мы душа в душу. В какой-то момент Гена приступил к работе над своей диссертацией. А ему помогала Танечка, иммунолог по профессии. Ну, в общем, допомогалась. Я, когда обо всем узнала, поставила вопрос ребром. «Дорогой Гена, как только дочке исполнится 18 лет, мы с тобой сразу разводимся». А он в слезы: «Я тебя люблю и разводиться не хочу. А спать сразу с 2 женщинами ты считаешь нормальным?» — спросила я его. В общем, дождавшись 18-летия нашей Лены, я сразу подала на развод. «Обидно было вам, что изменил?» «Нет, сейчас понимаю, что мне мужики всегда только мешали сосредоточиться на творчестве. За ними же надо ухаживать, стирать, готовить. Сейчас с обоими бывшими мужьями мы в хороших отношениях, точнее, в нормальных. У меня такая натура. Я не могу конфликтовать и всегда сохраняю дружеские отношения. С Андреем созваниваемся, Гена помог мне ремонт в квартире сделать, отношусь к нему как к брату. Он тоже живет в Минске, женился на той самой Танечке. После второго развода вы не пытались наладить личную жизнь?» «Был один человек, социолог по профессии, звали его Сергеем. Мы не регистрировали отношения, но испытывали друг к другу нежные чувства. Он, к сожалению, погиб. Это был несчастный случай. Причем трагедия случилась прямо перед моим сольным концертом в филармонии. Но я вышла на сцену и отработала концерт. Зрители же купили билеты. Они не знают о моей ситуации и не должны знать, потому что задача артиста – нести радость. Но я не плачу ни по кому. Да и плачь, не плачь – бесполезно. Могу ли я назвать себя счастливой? Вполне. Мне грех жаловаться. Дети выросли, дочь Лена живет в Египте, работает референтом в нефтяной компании, в свободное время пишет стихи и музыку. У нее дома есть своя студия звукозаписи. Сын Дима живет в Минске, неподалеку от меня. Он художник, но подрабатывает дворником. С утра у него как зарядка помахать метлой. Говорит: «Мама, а мне нравится. Птички чирикают, свежий воздух». «А по сцене вы скучаете?» «Нет». У песняров Владимира Мулявина и Леонида Борткевича тоже фатально не складывалась личная жизнь. Отчего так, как вы думаете? Судьба, наверное? Я не знаю. К тому же оба выпивали. Когда человек любит это дело, никто и ничто его не остановит. А накануне беседы с Людмилой Исуповой к журналистам обратились минские подруги Людмилы Михайловны, которые подозревают, что белорусская Бриджит Бардо злоупотребляет сама спиртными напитками. Они недоумевали в связи с исчезновением мебели и ее долгами за газ. Подруги призывают Людмилу
одуматься, просят коллег певицы не остаться равнодушными к ее судьбе и помочь спасти человека. Вышла даже целая статья, которая называется «Людмила Исупова спивается и живет в нищете». По словам друзей, из квартиры Людмилы Исуповой в Минске исчезла почти вся мебель, а газ отключили из-за длительной неуплаты. «Мы боимся, что Люда сопьется. Мебель ведь не сама по себе испарилась из ее квартиры. Вот-вот перестанут давать тепло». По словам подруг, однажды они видели, как на кровати Исуповой в одежде и в ботинках спал посторонний нетрезвый мужчина. На вопрос о нем артистка заявила, что это сосед, попросившийся переночевать, с которым она накануне совсем немножечко подгуляла. Друзья певицы уверены, что Исуповой необходима помощь. Возможно, найдутся профильные специалисты, которые захотят и смогут помочь Люде. И с подключением газа тоже надо решить вопрос. И чтобы отопление не отключали, лишь бы не было поздно. Надо спасать человека. При этом сама Людмила Михайловна отказывается от помощи и утверждает, что ни в чем не нуждается. Людмила, о чем вы жалеете в жизни? Абсолютно ни о чем. Слушайте, я так хорошо живу, я так счастлива. За что я благодарю Господа? Это за своего сына и за свою дочь. Как вы познакомились с Владимиром Мулявиным? Да я с ним специально-то и не знакомилась. Работала в самом первом составе ансамбля «Веросы». Мы ездили на большие гастроли, участвовали во всесоюзных фестивалях, стали лауреатами всесоюзного конкурса артистов эстрады в 1974 году. Так что музыканты меня неплохо знали. Тем более, что я в те времена сочиняла много песен и композиций. Естественно, и Владимир Георгиевич обо мне знал. А когда у него появилась задумка песни про Долю, и он начал писать какие-то отдельные сцены и арии, выяснилось, что без женского образа не обойтись, потому что Янка Купала воспевал в этой поэме в основном женскую долю, а не мужскую. И песняры стали искать исполнительницу во многих городах и республиках, искали в Москве, на Украине, кто бы мог сыграть эту роль, чтобы была и подходящая манера исполнения, и тембр голоса. Ведь Владимир Георгиевич был в этом очень разборчив. Он четко себе представлял, какими должны быть не только голос и тембр, но и женский образ в целом. Валерий Яшкин, который, к слову, был автором либретто песни про Долю, напомнил Владимиру Георгиевичу. А помнишь, есть такая Люда Исупова в «Веросах» пела? А я к тому моменту уже ушла из ансамбля и родила сына. В общем, мне позвонили и приехали. И все состоялось. Вот все так просто. Да, мне поставили ноты, текст, я его спела. Тем более, что материал сразу почувствовала. Я же белоруска. Владимир Георгиевич и Яшкин Валерий, они очень долго искали певицу. И в Москве, и прослушали очень много, и на Украине. И, вы знаете, по случаю как-то Яшкин именно, Валера, вспомнил. Он говорит: слушай, а что мы ищем? А ты помнишь, Люда Исупова пела в «Веросах»? Он говорит: я не то что помню, вообще ее классно знаю, все. Она же не только поет, но и музыку сочиняет. Он говорит: так а чего мы ищем? Раздался звонок, я подняла трубку. Привет, привет, это вот Валера и Володя. Да, мы сейчас приедем. Ничего не говорят, мы сейчас приедем. Ну, это же музыканты. Ну, вот это... Потом просто мне поставили ноты... Я спела. А каково было быть единственной женщиной, которая пела с песнярами? Работа есть работа, она объединяет. Я ощущала себя в коллективе своим парнем. Но не до распущенности, конечно, не до вульгарности. Но никакой дистанции между ребятами и мной я не чувствовала. Говорят, Мулявин был очень требователен на репетициях, жестко контролировал весь процесс. Мне давали материал, я его готовила, приходила на репетицию, пела, и все хлопали в ладоши. Никто от меня больше ничего не требовал. Вообще, в течение всех 4 лет работы Мулявин не сделал мне ни одного замечания.
не попросил что-то изменить, спеть как-то иначе. Поэтому я доволен. В общении он был всегда веселым, интересным, шутил. Я сейчас даже вспоминаю. Боже, сколько было этих историй. Конечно, ребята знают больше, а мне запомнилась одна. Мулявин вдруг говорит: «Ах, как я люблю Вологду». Я удивилась. Относилась к этой песне как к слишком легкой для песняров. Мне нравились их вещи, более глубокие, романтичные, лирического плана. Так я спрашиваю: «А почему именно Вологда вам так нравится?» И слышу в ответ: «Да потому что это единственная песня в концертной программе, в которой я не участвую и могу уйти за кулисы и покурить». И эти остроты из него сыпались все время, особенно когда он работал с вокалистами. Борткевичу, по-моему, однажды сказал: «Ну сними прищепку с носа». Леня в какой-то песне запел слегка в нос. Но все это было абсолютно безобидно. Кроме того, слушались Мулявина беспрекословно. Песняры – это его тема, его идея, его детище. И он правил ими абсолютно спокойно и, на мой взгляд, даже красиво. Пресса 70-х годов по поводу крупных форм песни про долю и гусляра высказывалась неоднозначно. Не всем критикам нравились оперы-притчи. А как воспринимала публика? Потрясающе, потрясающе. Публика бывала просто ошарашена. Люди даже недопонимали, что происходит. Хотя в программках значилось «рок», «опера». Они пришли послушать песни, причем знакомые, которые у них на слуху. А тут целое представление. И мы чувствовали, что мы делаем. Когда один уходил за кулисы, остальные говорили: «Молодец, как ты хорошо сейчас спел». И так было постоянно. Не то, что поддерживали, восхищались друг другом. Я такого ни в одном коллективе не встречала никогда. Всегда первым отделением шла песня про долю, а потом уже привычный концерт песняров. Критика неоднозначно отнеслась к экспериментам песняров. А как вы думаете, в чем дело? Ой, это абсолютно нормальное явление. Ну, это вот можно очень просто объяснить. Кому-то нравится, а кому-то не нравится. Короче, это субъективный фактор оценки. Я считаю, да. Я считаю, да. И вы знаете, Владимир Георгиевич из-за этого комплексовал. И мне почему-то вот абсолютно точно даже, не то, что там мне кажется, а я даже знаю, что и композиторы пытались его немножечко притнуть, потому что это было лучше написанное произведение, чем у некоторых композиторов. А зритель как воспринимал рок-оперу? Шикарно. Неожиданно, совершенно. Они же все шли на концерт. Там было написано рок-опера, но они же даже не обращали внимания. Но вы знаете что? Всех поражало не то, что это крупная форма, ведь она, по сути, собственно, не состояла там из трех актов, да, с антрактами, ну, как классическая. Она была четко выстроена по задуманному драматическому плану, как у Янки Купалы. Вот это было все соблюдено. И вы знаете, что я счастлива, что с этим вот, мне пришлось работать в этой замечательной, этой прекрасной работе, которую создал Владимир Георгиевич. Скажите, эскизы костюмов для рок-опер хранятся в Музее истории театральной и музыкальной культуры. Вам нравилось, как вас тогда одевали? Или советский дефицит тканей мешал? Да не было никакого дефицита. Все, что необходимо, всегда было на пошивочных комбинатах, для артистов и в оперном театре, бижутерия, импортные ткани, все, что хочешь. Но, конечно, лен был наш, белорусский. Для рок-опер вообще все шилось просто. Льняные одежды, народный костюм, повествование о крестьянской жизни. В целом постановка была капитально подготовлена. Вся сценическая часть, подиум, декорации. Был такой светорежиссер Осипов, который сделал оформление в полном соответствии с каждой сценой. Это была настоящая светомузыка. Теперь, сколько я не видела новых вариантов рок-оперы, ничего подобного нет нигде. И ведь не сохранилось никаких ни звука, ни видеозаписей. Абсолютно. Владимир Георгиевич был настолько увлечен своим творчеством, что о будущем, на мой взгляд, не думал. Ему говорили: надо снять видео, давай делать записи. Нет, не знаю.
Почему он это пропустил? До сих пор могу это объяснить только тем, что он настолько был погружен в свою внутреннюю жизнь, что какие-то внешние атрибуты остались без внимания. Хотя, может, думал и хотел что-то записать. Единственная запись, которая делалась с микшерного пульта, есть у меня и больше ни у кого. Кое-что сохранилось, что люди записывали из зала, но там качества нет. Конечно, то, что делали мы с песнярами, невозможно повторить, потому что наша внутренняя жизнь в те годы била ключом, и казалось, что над каждым из нас горит нимб. Так работали на сцене, такая любовь к своему делу была, к зрителям выходили с восторгом. Я не вижу сейчас подобного у артистов. То есть песня про долю вы возили по всему Союзу? Да, много где ее покатали, а по всем 15 республикам СССР. Ехали специально в крупные города, областные центры, столицы, потому что для такого представления нужна была большая сцена, филармонии, дворцы спорта. И везде хорошо принимали, повсюду и потрясающе. И что самое интересное, с 69 года, когда появились песняры, они за какое-то очень небольшое время, за год-два буквально, заложили такую любовь к белорусской песне, которую мы ощущали и на Сахалине, и везде, где бы ни выступали. Может быть, я и не права, но мне кажется, что мы ощущаем ее до сих пор. Ну, вот за эти слова Людмиле можно только поаплодировать. Она много еще что хорошего сказала, но о многом можно и подискутировать. Я понимала ситуацию, что пока со своим репертуаром здесь, в Беларуси, будет воспринять меня сложно, потому что уже начиналось какое-то засилье. Ну, то есть еще продолжалось засилье, и Песняровское, и Верасовское, и тут Раинчик, и Сибровское. То есть очень, вот теперь я вам точно скажу, да, очень сложно вот какой-то личности проявить себя вот в таком наплыве и коллективов. Точнее, их же немного, в принципе. Но так, как их поддерживают, ну, как говорят, судьбу невозможно изменить. Вот, тем более, что все происходит по нашему желанию. Это уже я точно абсолютно знаю. Хотя многие говорят, что им мешают обстоятельства. Ну, некоторые идут на пролом этих обстоятельств, но только набивают себе шишки. И многие люди обозлились. Мне же не пришлось этого делать, потому что я поступала по уму. Я знала, когда нужно начинать, и вот я сейчас опять начинаю, можно сказать так. И это совсем не поздно. Не поздно? А, нет, конечно. Если ты чувствуешь в себе физические силы, это не поздно никогда. После этого вы едва не сыграли роль Кончиты в премьерном спектакле театра «Линком» «Юнона и Авось». Но здесь дальше прослушивания у Марка Захарова дело не дошло. Почему? Ну, во-первых, Марк Захаров сказал, что он уже нашел кандидатуру. Она высокая, длинноволосая, у нее все есть. А я как бы маленького роста. Наверное, это просто была такая отговорка. Нет, это была не отговорка. Ему нужна была фактура. Ему нужна была фактура. Объявление на разъезд. Снег всю ночь идет и плачет. Где же правильный ответ?
ошибками задача, потому ответа нет. Может быть, не поздно, может быть, я судьбу свою не тороплю, и моя ошибка может быть только в том, что я тебя люблю. Все разбить ты хочешь, все разбить. Ночь надежд подобна хрусталю, и моя ошибка может быть только в том, что я тебя. Вот мне один знакомый актер подарил книгу, первая глава которой называется «В ожидании чуда». Человек прожил жизнь, все время ожидая чуда, но оно не произошло. И мне кажется, что это ошибка. Это незнание элементарных вещей, потому что само рождение человека – это уже чудо. Какого чуда тебе еще ждать? Твори сам. Я не завишу ни от кого, ни от чего. Ни от этого стола, ни от этого стула. Твори, а каков твой образ мышления, таков и образ жизни. Слово «проблема» я давно вычеркнула из своего лексикона. У меня проблем нет. Есть вопрос, который надо решить, или задача для осуществления намеченной цели. С первого же момента в «Песнярах» я была включена в такую активную работу, которая мне даже не снилась. От меня требовалась глубокая внутренняя проработка того или иного образа. В «Песне о Доле» есть несколько образов. Образ матери, невесты, жены. Они глобальны. В этих образах должна пройти вся жизнь женщины. Буквально в нескольких словах, в нескольких жестах. Я должна была рассказать все, что женщина чувствует, что в ней накопилось. Сегодня не могу сказать, что тогда я могла объяснить все словами, но я это очень тонко чувствовала, потому что все было гармонично. И музыка, и текст. В кульминационном моменте песни о Доле мне требовалась невероятная концентрация, чтобы зрители задумались, с какой мечтой и целью жить. Скажите, после такого эмоционального выплеска, как вы восстанавливали энергию? А я уже тогда занималась йогой, спала, сидя в позе лотоса, читала интересные книги, которые нельзя было купить в обычном магазине. Тогда такая литература была запрещена. Но отец работал в Совмине, и у него была такая возможность их доставить, чем я пользовалась. А вас не преследовало постоянное сравнение всех музыкантов с Мулявиным? Пожалуй. У Мулявина была невероятно развита интуиция. Он глубоко чувствовал музыкальную палитру материала. Музыкальные образы он создавал глубоко внутри. И музыкантов выбирал по человеческому и профессиональному критерию. Бывает так, что сам человек перечеркивает свои цели. Цель очень много значит. Ты все время к ней идешь. Ты формируешь ее, а она формирует тебя. Я знаю, что никогда не оставлю музыку. Никогда, значит, музыка не оставит меня. Я продолжаю заниматься и вокалом, и хореографией. Для меня очень важно быть в форме, быть красивой, сохранять душевную молодость. В некотором смысле нужно уметь быть отрешенным от всей суеты, чтобы еще более стать целеустремленным. Часто человек сбивается с дороги. Об этом мы не говорим вслух. Кто-то увлекается алкоголем, кто-то наркотиками, кто-то просто опускает руки, переключается на домашнюю, семейную жизнь. Может быть, и слава Богу, если говорить о Владимире Георгиевиче, то, на мой взгляд, он слишком доверял женщинам. В этом плане он был неискушен, нековарен, может быть, слишком занят своим делом, чтобы достаточно хорошо ориентироваться. Мы знаем, что женщина может так вдохновлять мужчину, что он будет рождать и рождать новые идеи. А может, наоборот. В сущности, в этом и заключается главная функция женщины. Она должна жить в пространстве любви. А ведь может и разрушить мужчину, которому со временем уже не хватает сил сопротивляться.
Людмила, может быть, дилетантский вопрос, но где было легче работать, у Мулявина или у Кролла? Если это вообще можно сравнивать. Обязательно нужно сравнивать. Работа в ансамбле, и не только в песнярах, она более ярко позволяет проявлять себя как индивидуальность. Облегчает задачу небольшой состав. Тембровая палитра идет фоном и помогает тебе. Она как подспорье. А если уже говорить о джаз-бенде, то тут нужно обладать именно тем тембром, который мог бы вписаться как инструментальная краска в общую палитру, чтобы ни ты, ни джаз-бенд тебе не мешал. В этом смысле у Кроула мне было работать не так-то просто, хотя у меня хватало чувства, интуиции, как настраивать свою глотку. Все мои песни были написаны в моменты озарения. Это как вспышка, световой поток, когда совершенно отчетливо слышишь музыку, которую надо жадно ловить, чтобы успеть записать. Потом эта музыка уже никогда не забывается. Она живет внутри, она всплывает при определенных обстоятельствах. Неприлично говорить о себе, поэтому скажу словами других людей, которые слушали мою музыку, не только, кстати, в нашей стране, но и в Европе, и в Америке. Все сходятся в одном, мол, такой музыки никогда не слышали. А слово «ремесленник» в музыкальной среде – это комплимент или ругательство? Ну что вы, во все времена ремесленники почитались. Все зависит от человека. Часто он делает правильный выбор, начинает заниматься ремеслом, потому что понимает, что для большого искусства не готов или не уверен, что сделает в нем что-то новое. Но есть люди, которые, к сожалению, этого не понимают и никогда не поймут. Они думают, что большое искусство так их и зовет, и манит. И там они будут получать большие деньги. Человек никогда не должен обманываться. Он должен видеть себя со стороны. А если это не получится, то этому надо учиться. Не надо слов, как лента стерта слова. Меня трясет в безмолвии синема. У сильных чувств молчание основа. Страдание нема, музыка нема. Когда человек мечтает, его мечта сбывается обязательно. Главное в этом не сомневаться. Вот. Но, естественно, прилагая к этому особый труд. Труд очень, так сказать, ну, ведущий именно к этой мечте. Потому что без труда не выловишь и рыбку, говорит, из труда. Вот. То есть, если у человека есть цель, вот, то он, естественно, шлифует свое мастерство человека. И добивается, в общем-то, немалых успехов. На жизненных этапах Леонида Борткевича после песняров мы иногда встречались. Что-то обговаривали. Знаешь, когда встретишься, всегда какая-то задушевность, теплота, какие-то воспоминания, что порой даже забываешь спросить, а что ты сейчас делаешь, чем занимаешься? Но, конечно, Лёшу, мы тогда звали его Лёша, тоже всегда интересовало, чем занимаются его друзья. Мне в нем это очень нравилось. Он, может, и не мог в силу каких-то обстоятельств каждому уделить внимание, но я знаю, что он думал о своих друзьях. Он очень впечатлительный, очень утонченный. У него, как бы это сказать, столько вкуса, столько понятий. Он совсем непростой человек. С ним очень интересно было общаться на абсолютно любые темы, начиная от земли и заканчивая небесами. Образование у Лёши, конечно, было шикарное. И плюс ГИТИС. Он шел туда не за дипломом. Почему у них случился разрыв с Мулявиным? Лёша хотел учиться, а не просто получить диплом. Он, если чем-то занимался, всегда целенаправленно, центробежно, если можно так сказать. То есть брался за какое-нибудь дело и доводил до конца. Мне это, конечно, очень нравилось. В общем, серьезно относился к своей жизни. Еще он был очень добрый человек. Помню, когда ушел от первой жены, оставил все. Говорит, а мне не нужно ничего. Главное, чтобы им было хорошо. У него была любовь, красивая женщина. Но так получилось. Влюбился в Ольгу Корбут.
А ведь еще до Песняров вы с Леонидом Бортковичем пели в «Золотых яблоках». Прежде всего, хочу сказать, что в «Золотых яблоках» ничего не перепевалось из песен, которые были, допустим, в репертуаре союзных исполнителей. Практически все сочинялось свое. Ну, было немножко польского, к примеру. В конце какого-нибудь мероприятия могла прозвучать композиция Чеслова Немина. Ребята архитекторы все были. Сорокин писал стихи и музыку. Анатолий Волк, руководитель, также очень много сделал. Восхитительный человек. А музыка для него в то время стала самым главным в жизни. И он организовал «Золотые яблоки». Назывался ансамбль в честь Рэя Брэдбери, точнее одного из его рассказов. Толя сам делал попытки сочинять стихи или обращался к поэзии, например, Солоухина. Была у нас такая фирменная песня о волках. Мы волки. Еще до Ариэля «Золотые яблоки» это пели. Это был 68-й или 69-й год. Понимаешь, мы что ли предвосхищали события? Идеи, они же все витают. И мы их подхватываем. Это же не так, что просто вдруг нечто взбрело нам в голову. Нет, мы питаемся этим. То есть подобное притягивается к подобному. Так что наша основная задача была собраться на репетиции, работать, работать, тут же сочинять. В общем, главное – творческий процесс. А я тогда закончил музучилище и приезжал из другого города, где работал по направлению. Среда, суббота, воскресенье у меня были выходные. И вот эти дни мы проводили вместе. Гнули мы немножко под запад. Любили хард-рок. Тогда в основном все в рок ударились. Конечно, играли по клубам, на танцах. Публика сходила с ума. Но знаешь, что примечательно? Это были не просто танцульки. А люди тоже собирались по интересам. Подходили, что-то спрашивали, интересовались. Кто-то приносил пластинки. Какая-то абсолютно живая обстановка. Время было просто потрясающее. Потом в каждом институте устраивали сейшины. Радиотехнический, политехнический. Были свои составы. Вот, кстати, Толя Кашипаров из политехнического. Причем не то, чтобы это были соревнования, скорее музыкальные встречи. Ребята переходили из одного состава в другой. Аплодисменты. Народу собиралось. Ну и гоняли нас, бывало, за расклешенные штаны, которые мы умудрялись достать. А возвращаясь к «Золотым яблокам», Леня настолько любил Анатолия Волка, считал себя его другом, что даже после смерти Анатолия он постоянно дружил с его сыном. Звонил, интересовался, спрашивал, чем бы он мог помочь. То есть он был не из тех, кто исчезает навсегда. Много в нем было душевной теплоты, и сердце его было ни к чему неравнодушно. А когда в музее филармонии мы поднимались с Леней на третий этаж, я не могла понять. Спрашиваю: «Ленечка, что с тобой? Ты чего-то по одной ступеньке идешь?» Меня даже охватил ужас. Думаю, неужели он болен? Но он ничего не сказал конкретно о болезни, просто говорит: «Люда, я так болен, ты не представляешь». Ну, ничего, ничего, пойдем. Это было 5 и уже почти 6 лет назад, и больше мы после этого не виделись. А это правда, что композицию «Готика святой Анны» Мулявин написал специально для вас? Да, я должна была ехать на всесоюзный конкурс в Ленинград. Вокруг меня филармонии организовывали состав. Вот там я пела и «Готику святой Анны», и «Малиновку». А история создания такая. Я нашла стихи Максима Танка и предложила перед отъездом в Ленинград на конкурс нашему директору эстрадного отдела Ореховскому, поскольку Владимир Георгиевич к тому времени со мной не общался. Вот я попросила, чтобы Ореховский обратился к нему. Говорю, больше никто не напишет музыку к этим стихам, только он. Ореховский говорит: «Ну, я попробую». Через несколько минут приходит с Мулявиным, тот говорит, показывая стихи, прочел их, потом, помню, бросил такую реплику: «Я даже для Ротару не пишу, но чтобы немножко меня, так сказать, приземлить». А я ему говорю: «Ну что ж, придется вам написать для приземленных». Я тогда все-таки знала Владимира Георгиевича, и у нас был своеобразный юмор. Короче, мы все втроем улыбнулись, и Мулявин говорит: «Да, стихи классные, я напишу». И написал, спасибо ему, и спасибо Ореховскому, царствие небесное, за то, что привел Мулявина. И тот пошел, а мог ведь отказаться, тем не менее, его все-таки заинтересовало, что там за стихи. А Ореховский перед этим сам прочитал и сказал: «Ух ты, какая классная вещь».
Песняровская. Ну, а я говорю, сначала сама ее спою, если напишет Георгиевич. Он всегда питал слабость к таким развернутым композициям. «Крик птицы», «Готика святой Анны». Да, рок-баллада. А «Крик птицы» у песняров, я считаю, вещь более монументальная. «Готика» у них не очень получилась. Они, по-моему, потом прекратили ее петь. За то, что грешною красотою мужчин смущала, губила сразу, они, увидев чудо такое, роняли честь, теряли разум. А вы танцевали еще где-то? Ну, я, конечно, работала в вечерней программе, но, в принципе, я работала для того, чтобы заработать свою зарплату. Так это кабаре было? Да, в принципе, у меня была программа очень даже интересно сделанная специально для меня, даже в планете кафе оборудовали, там сделали сцену, ее там не было. То есть, а это была совершенно сделана программа для моей работы, вот такой концертная программа. Вообще музыка приходит как озарение. Это просто потрясающе, когда она идет, а ты не успеваешь записывать. А просто так я не пишу. Хотя могу 20 песен написать за день. Мне это ничего не стоит. Но настоящие вещи я писала именно как рассказываю. Все передается по неким вибрациям. Ведь правильно сказано, что вначале было слово. Я своим ученикам говорю, как ты себе представляешь, что такое музыка? Это слово, а каждая буква состоит из мельчайших частиц, которые излучают свои волны. Так и образовалось слово. Но это музыка. А вы любите преподавать? Да, меня это очень увлекает. Надо передавать свой опыт, свои знания. У меня даже собственная схема, по которой я работаю, ведическая. Это работа над головным звучанием, над звучанием каждого органа. То есть мы развиваем вибрации под теми слогами, которые произносим. Это большие тренировки. Это так же, как йога. Плюс развиваем свою ауру, превращаем мышцы тела в воздух, как это делал Иисус, когда ходил по воде. Но он-то достиг, конечно, высочайших успехов. А еще часто говорю своим ученикам: «Думаете, я вас учу? Мы взаимно учимся. Вы меня учите, и я вас тоже». Вы продолжаете преподавать вокал? Да, обязательно. Вообще преподавательская работа, я вот не раз говорила, меня спрашивали не раз. Для меня это не просто хлеб. Для меня это такой восторг, потому что я с учениками работаю чисто индивидуально. У меня своя методика. Во-первых, у меня восточная методика, которую я разработала. Это ведическое распевание. Специальные слоги, которые распевают физическое тело, потом все органы. То есть оно начинает всю эту вибрацию свою, раскрываются чакры, и потом в конце еще тело распевается. Вот этим я и занимаюсь. В целом, несмотря на ряд негативных оценок, Людмила Михайловна произвела на меня очень благожелательное впечатление. По своему образу, по манере себя вести, говорить, в деталях мимики и интонаций чувствуется, что она прямо актриса-актрисовна. Это ее внутренняя сущность. Возможно, маска. И, возможно, мне только показалось, однако все идет от души, по-доброму. Даже если есть где-то хитрость и наигранность, все очень по-женски, что свойственно артистичным натурам. Чувствуется, что Людмила – человек не коллективный. Это яркая индивидуальность. И она всегда претендовала на сольную карьеру, делала акцент на собственных произведениях, особо ни под кого не подстраивалась. Можно предположить, что в коллективе с такой звездой непросто, поэтому такая частая смена составов. Не стоит забывать, что это ее собственная жизнь, ее карьера, и так сложилась судьба. Желание что-то изменить привело только к очередному витку, сформировавшего певицу, композитора и актрису. Великой звездой Людмила Исупова не стала. Она заняла свою нишу.
И мы только желаем каждому из героев наших роликов нести свет, добро, сохранить тот заряд культурного кода, переданного из поколения в поколение для потомков, учить разумному и вечному. А именно светлая музыка, в том числе из-под пера Людмилы Исуповой, исходит к нам, зрителям. Оставайтесь на позитиве, излучайте тепло своего сердца, души, и пусть о каждом из вас только с радостью будут рассказывать через многие-многие годы.